Всем привет! Вы на канале «Недвижимость Испании» и с вами, наконец-то, снова Маргарита. Очень я сегодня рада порадовать вас тоже очень классным вариантом виллы. Вилла располагается в одном из лучших наших районов, Кампо-Амор. Если вы смотрели предыдущие наши видео, вы знаете, что этот район очень зеленый, и здесь очень красивый песчаный пляж. Так вот, эта вилла не стала исключением. Располагается она в сосновом бору, в сосновой такой вот роще. Очень красивые виды имеет. Дом в современной классике, построен в 2017 году. Имеет 4 спальные комнаты, бассейн, гараж, несколько ванных комнат. Очень качественная постройка. И я думаю, что давайте уже начнем просмотр. Мы с вами находимся на улице. Здесь идет односторонняя дорога, как раз-таки от пляжа до пляжа. Здесь где-то 300-400 метров, если пройти пешком. Вот у нас такой фасад. Вилла у нас идет на участке, который как бы имеет несколько уровней. И здесь мы видим только часть дома, как раз-таки основной вход и гараж. Калитка с освещением. Как вы видите, уже современные материалы использовались, натуральный камень выложен на заборе, и ворота для заезда автомобиля. Очень здорово, что застройщик сохранил сосны, не стал их вырубать. Посмотрите, какие они благородные, взрослые деревья. Здесь, кстати, благодаря этому есть очень много белочек, которые скачут по этим соснам. Естественно, аромат, соответствующий от сосен. Ну, единственный, может быть, минус, что, конечно, с них летят иголочки, которые нужно будет подметать. Итак, вот у нас гараж, заезд. Посмотрите, как хорошо и качественно застройщик тоже предусмотрел, выложил плитку не только на полу, но и на стенах. Я думаю, что для такого помещения это очень важно. Гараж предусмотрен на один автомобиль, высокие потолки, хорошие ворота. И здесь у нас есть как бы такая небольшая техническая комната, где на данный момент у нас стоит водонагреватель, есть разводка для стиральной машины, а также идет предустановка на газовую систему отопления. В дальнейшем вам нужно будет выбрать место на участке, куда вы поставите большую вот эту бочку. То есть уже везде разводка, и все сделано и предусмотрено. Также из гаража у нас есть выход на лестницу на задний двор. Давайте уже приступим непосредственно к просмотру самого дома. Вот у нас центральный вход, красиво оформлен колоннами, чтобы и здесь был классический такой стиль, соблюдался. Красивые двери с такими вот красивыми стеклянными вставочками, витраж. Очень красиво внутри дома он смотрится, так как падает свет. У нас очень качественная дверь установлена на входе, и мы попадаем с вами в просторную прихожую. Так как застройщик был русскоговорящий, он предусмотрел все хотелки, которые любят наши русскоговорящие клиенты. Во-первых, высота потолков во всем доме 2,80. Прихожую любят наши русскоговорящие клиенты все-таки прихожие, чтобы были шкафы, вот такой красивый витраж. И вся стена у нас, естественно, сделана шкафами-купе. Единственное, что здесь не хватает, это зеркало в дальнейшем. Я думаю, что хозяева это предусмотрят. И первая ванная комната очень красивая. Здесь предусмотрели очень красивый потолок. Работает вытяжка, душевая, унитаз, раковина, очень качественная плитка, кстати, очень симпатичная цветовая гамма, качественные стеклопакеты, и стеклопакеты во всем доме сделаны под дерево, для того, чтобы тоже подчеркнуть такую классику современную. Вот у нас есть вот такие приборы для отопления в будущем, когда вы уже подключите саму систему, это все будет работать. И мы выходим с вами в очень большую, просторную, красивую, светлую гостиную с очень красивыми видами на как раз-таки
сосновый бор. В дальнейшем здесь вам останется только поставить красивую мебель. Вот есть картина, уже продается вместе с домом. У нас очень хорошее освещение здесь, точечное, по всему периметру, по всему потолку в комнатах. Также у нас здесь есть подсветка LED, которая меняет цвета разные. И вот красиво оформлена стеклом лестница на нижний этаж. Давайте посмотрим, у нас есть выход из этой гостиной в комнату, которая предусматривалась как кабинет в будущем. Тоже здесь у нас окна и очень красивые виды. На полу лежит ламинат. Во всем доме есть система кондиционирования, которая работает на тепло-холод. Здесь у нас дверь, ведущая на кухню. У нас есть туда два прохода, мы сейчас с вами это все посмотрим. Здесь предусмотрели маленькую комнатку, как кладовку. Ну, может быть, можно сделать какую-то гардеробную. Или детей наказывать туда, ставить в угол. Лифт. Лифт у нас на все этажи ходит, как правильно сказать. И, конечно же, какой классический или дом в классическом стиле без камина? Конечно же, у нас есть действующий камин, который, посмотрите, как благородно выполнен, очень качественно сделан. Очень будет здесь уютно, на самом деле, сидеть возле камина, наслаждаться потрясающими видами на сосновый парк. И, естественно, очень большой плюс у этой виллы то, что она находится достаточно близко к пляжу. Пройти всего лишь 300-400 метров по тенечку, как раз вот по этой парковой зоне, к красивому песчаному пляжу, отмеченному голубыми флагами ЮНЕСКО за чистоту. Посмотрите, какие качественные стеклопакеты. Теплая шумоизоляция по всем стандартам соблюдена. Ну и, конечно же, вот нужно было сделать перилки. К сожалению, по стандартам строительства они нужны, иначе не приняли бы дом. Конечно, без них бы вид был еще более красивый. На полу у нас лежит мрамор. Везде мраморная плитка. В светлых тонах, очень красиво. И вот такой красивый переход у нас идет из гостиной в столовую зону. Здесь будет очень здорово, красиво смотреться большой стол. Есть также большое панорамное окно с выходом на террасу. Отопительные наши системы. Очень здорово, что вокруг именно виллы очень много зелени. Это и чистый воздух свежий, это и тенечек, так как солнца у нас здесь очень много. И очень здорово спроектирован сам дом, очень красиво и правильно сделаны, например, вот участки террас, они находятся на солнышке. Кстати, площадь дома 485 метров квадратных, площадь участка 1200, достаточно большой, согласитесь. Здесь также у нас есть выход на террасу и выход к гаражу. Это тоже большой плюс. Вы представьте, что вы приехали на машине из магазина с продуктами. Чтобы вам не идти в обход, вы вот здесь вот дверку открываете и сразу заносите все необходимое на кухню. Это тоже, согласитесь, нужно было вот предусмотреть заранее. Спасибо застройщику. И сама кухня. Кухня очень хорошая. Здесь соблюдена зона рабочего треугольника, ну это стандартное решение. Единственное, чего здесь не хватает на данный момент, это бытовой техники. Очень хорошая гранитная рабочая поверхность. Есть маленькие вкрапления блестящие, которые очень здорово играют, переливаются на солнышке. Цепляется глаз за это. Я вообще люблю все такое блестящее. Мне очень понравилось. Возможно, я бы, может быть, не делала такого цвета кухню, но, опять же, так как у нас дом в современной классике, здесь вот, наверное, предусматривался такой темно-коричневый цвет. Ящики все большие, очень удобные, с доводчиками. Есть вся разводка, то есть вам останется только поставить холодильник, варочную поверхность, вытяжку, но для этого уже здесь все предусмотрено. Раковина, очень хороший смеситель стоит, удобный. Все для посудомойки сделано. И хороший фартук из качественной плитки, очень много розеток, так что застройщик и здесь отработал все на пятерку.
я бы так сказала. У нас очень красивая широкая лестница. Очень красивый лежит мрамор с коричневыми разводами. Смотрится просто супер. Белые стены. Очень радуюсь, что застройщик предусмотрел именно широкую лестницу. В домах обычно делают, сами знаете, все узенькое. Также у нас здесь располагается лифт. И давайте посмотрим с вами. У нас есть вот такое большое, огромное помещение, которое в дальнейшем можно предусмотреть, поставить, может быть, бильярдный стол или тренажеры, сделать какую-то, может быть, игровую комнату. Очень светлое, большое помещение. С таким эхо здесь будет классно петь караоке. У нас есть вот такая маленькая кладовочка. Но она даже не очень маленькая, достаточно просторная. Ее тоже можно использовать со знанием дела. Колонны. Может быть, вы захотите как-то разделить это пространство, может быть, захотите сделать какую-то, может быть, спальню еще одну. И это большое помещение у нас имеет еще и ванную комнату. Кстати, во всех ванных комнатах у нас теплые полы. Вот такая большая, просторная, светлая, спасибо, комната. Все стандартно, раковина с ящиками, унитаз, сделан слив на всякий случай, душевая, осталось поставить остекление. И во всех ваннах у нас есть окна, и хорошо, что они такие вот матовые, непрозрачные, то есть попадает, естественно, уличное, ну, натуральное освещение, солнечное. Можно открыть, проветрить, для ванных комнат в Испании это очень важно. Вот такой уютный холл, тоже может поставить какой-нибудь, не знаю, диванчик маленький для того, чтобы почитать. И у нас первая спальная комната. Во всех спальных комнатах у нас лежит ламинат. И вот как раз эта спальня у нас выходит сразу к бассейну. Так как дом у нас в классическом стиле, и бассейн тоже пришлось сделать такой под старину, так скажем, в классике. Очень красивый там дельфинчик выложен в бассейне. Хорошая балюстрада у нас везде стоит. Все террасы очень красиво оформлены. И прошу заметить, что снаружи также дом выложен весь натуральным камнем. Очень хорошо, очень здорово. Ну, розетки, естественно, свет для того, чтобы вы поставили кровать и любовались видами. Здесь у нас есть выход, конечно же, к бассейну. Лесенка, ведущая на второй этаж. Кухня, гостиной. Здесь у нас вторая спальная комната. Также у нас виды идут на сосновый парк. Система отопления, розетки, включатели. Как захотите, можете расположить здесь кровать, очень удобно. В каждой комнате вы можете регулировать температуру, выставлять индивидуальную. И вся стена у нас вот оформлена шкафами. Очень хорошие, качественные двери стоят. Здесь полки сделаны. Ванная комната у нас. Также здесь у нас очень красивый потолок сделан, как и в предыдущей ванной комнате. Небо. Очень здорово смотрится, уютно, и свет такой мягкий, рассеивающийся получается. Душевая, унитаз, раковина, зеркало, шкафчики. Очень уютная, интересная плитка, цветовая гамма, кстати, радует меня во всей вообще этой вилле. Очень все со вкусом подобрано. И третья спальная комната, главная в этом доме. Вот непосредственно сама комната, достаточно просторная, также окна выходят на сосновую рощу, на сосновый бор. Красивые окна, на всех окнах электрические жалюзи. Вы знаете, нажатием буквально одной кнопочки, жалюзи открываются, закрываются. Очень удобно. Также система «Умный дом» у нас есть, и вы можете
буквально там наверху нажать через свой какой-то гаджет, и все это закроется, все откроется, включится, выключится. Здесь у нас предусмотрена гардеробная, в дальнейшем вам останется только по своему удобству расположить полки, повесить зеркало. И, конечно же, ванная комната большая, и здесь уже прям именно ванная, не душевая. Унитаз, окно, как я и говорила, очень важно, что есть окно. Во-первых, это и свет дополнительный, и обязательное проветривание. И очень радует, что везде в этой вилле очень высокие потолки, даже в ванных комнатах. Как я и говорила, бассейн у нас в классическом тоже стиле, не как современный, но бассейн очень глубокий и достаточно места, чтобы поплавать. И была уже идея, что можно из верхней спальни сразу прыгать даже в бассейн. Единственное, вот, наверное, минус, это что здесь очень маленькая такая зона отдыха, то есть, ну, шезлонги особо здесь не расставишь. Хотя, возможно, для кого-то это и плюс. У нас здесь есть лестница, как я и говорила, можно подняться на террасу к кухне и к гостиной комнате. Отсюда зато открываются очень красивые виды на сосновый бор. И так как у нас бассейн находится выше уровня земли, получается, что здесь вас никто не видит. Хотя такая зона достаточно приватная, мало кто здесь ходит, но все равно приятно. Также у нас есть здесь небольшая кладовочка для того, чтобы хранить все необходимые атрибуты для очистки бассейна. Тоже немаловажно, я считаю. И у нас есть еще один этаж. Он, так скажем, не отделан внутри, но помещение очень большое, и будущему хозяину предстоит придумать, что с ним делать. Пойдемте смотреть. Пока мы будем спускаться к еще одному нашему этажу, мы как раз с вами можем посмотреть участок, принадлежащий этой вилле. Спуск, лестницы широкие, очень качественная, хорошая балюстрада. И посмотрите, у нас есть зеленый газон, зеленые насаждения, растут лимоны, оливки на участке у нас, кустарники всякие цветущие. Очень здорово, что застройщик даже вот эти фонарики предусмотрел именно в классическом стиле. Смотрится очень здорово. У нас натуральный камень также идет. Еще один небольшой участочек с зелененькой травкой, очень уютный. Можно с детками здесь что-то придумать, сделать, либо высадить какой-нибудь розарий. Будет очень тоже красиво. Здорово, что здесь именно зеленый газон, а не искусственная трава, как сейчас любят делать в хай-теках. Мне по душе больше этот стиль. Это у нас идет лесенка и выход уже непосредственно в сам парк. И по этой же дорожке вы можете пройти 300 метров до пляжа. Травка-травка, зеленый газончик. Я думаю, что и взрослому, и ребенку будет очень приятно босичком здесь походить по травке. Очень хороший газон, свежий. И вот оно, наше помещение. Здесь темно, правда, немного. Это вот как раз идет наш бассейн. И посмотрите, какое огромное помещение. У нас также здесь есть лифт, который, как я говорила, на всех этажах у нас располагается. И вот в дальнейшем вам предстоит будущему покупателю придумать, что же сделать здесь. Я думаю, что здесь будет очень здорово сделать бодегу обязательно. Как же без вина в Испании? Ну и, возможно, какую-то, может быть, гостевую можно комнату сделать для гостей, как-то оборудовать. Ну, в общем, спортивный зал, опять же, тот же. Есть где душе разогнаться, разойтись. А нам с вами пора подводить итоги. Итак, мы с вами посмотрели сегодня очень красивую виллу в классическом стиле. Если честно, мне дом очень понравился, потому что раньше я его не видела. Для вас выбрала именно по фотографиям. Находится он в районе Кампу-Амор, в 300
метрах от песчаного пляжа, отмеченного голубыми флагами ЮНЕСКО за чистоту. Дом имеет площадь 485 квадратных метров. Вам останется только приобрести мебель. Имеет 4 спальные комнаты, просторную гостиную, кухню со столовой зоной, камин, бассейн, гараж, кладовок море. В общем, дом очень классный, красивый. И самое главное, что, к сожалению, сейчас строят только в современном стиле. И вот такой красоты остается все меньше. Я думаю, что этот дом придется по душе обязательно кому-нибудь из моих зрителей или клиентов. И кто-то обязательно приобретет этот красивый дом в Сосновом Бору. Участок 1200 квадратных метров. Налог, который вам придется платить раз в год, будет составлять около 1000 евро. Ну, 800-900 плюс-минус. Садовника, чистильщика бассейна мы обязательно вам поможем найти. Рассчитывайте где-то на 100 евро в месяц. Оставайтесь с нами на нашем канале. Я была очень рада вернуться к работе. Я надеюсь, что больше никакой карантин и никакая самоизоляция нас с вами не разлучит. Оставайтесь с нами. Увидимся скоро. Адьос!